Номер 1043. События дня. Откровение 22.12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вот где говорится, что Господь скоро придет. Можете прочитать. Дальше объявление. Галина Влеська, мир вам! Прослушала свидетельство бывшего мусульманина и возрадовалась за него. Как же стройно Бог его душу лепил, готовил к Христовой жертве всеобъемлющей любви к людям. Вывод. Благовестие и религиозная талантливость, то есть грамотность, необходимы для принятия Христа. Православные же верят, как дети. И повезет тем приходам, где пастырь старается учить вере по слову, да еще пояснить о рождении свыше, первом толчке с небес на путь креста Христова. Очень приятно. Духовный ролик. Благодарю. Спасется ли Пакистане среди еретиков, критиков? Нашли вы его в сети? Работаем. Аллилуйя. Ну, я его не искал, но мне сказали, что можно будет написать что-то на него. Я дал знать. И чтобы, если выйдет, то с переводчиком. Ну, вряд ли это будет. Наталья. Это усатая. Господи, помилуй, Евгений, дети мои ходят в садик, и одна в школу, в первый класс. У них везде нарисованы эти кресты и флаги перед садиком, и школы, соцопека по детям, и разные другие организации. Везде, куда ни пойдешь, эти кресты и флаги детей разрисовывают. И попробуй что-то скажи. Наш священник отказался поддержать среди православных священников о признании содомитов как нормальное общество и всякое поощрение. Сатанинские законы и праздники Европы давно по стихии мира живет. Этому злу только ислам может противостоять, как во Франции, Швеции, Дании. Они завоевывают районы города, доводят людей до того, чтобы съехали, и все. Католики, как показывает время, совсем никак не влияют на законы. Андрей Закамерный. Хотел бы обратиться лично к Игнатию. Ежели же я левша, и мне сподручнее все делать левой рукой, а по всем канонам левшей не любят у нас. Ну, каких канонов, ничего не показал. Не знаю ни одного. Как тут быть? Ведь Господь не зря поделил людям мозг на левое и правое полушарие. Что вы на это скажете? Отвечаю в комментариях очень редко. Потому что в остальных 12900 наших видеороликах на нашем канале все эти вопросы отвечены уже и неоднократно. И в книгах наших, на нашем сайте же здесь, вот, показываю. Нас интересует мнение Бога, Творца нашего, о нашей и левой, и правой руке, а не человеческие измышления. Относительно же левой и правой руки во Святой Библии сказано немало. О правой руке 46 раз, а о левой руке 15 раз. И о правой руке показываю, где Исход 29-20, Левит 28-23-24. 14-4, 17, 28, это стихи, и 28-28. Бытие, 48-13. Взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассия в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Ну, дальше все это нужно читать. Места Писания читайте сами. Я все места Писания выписал. Может, ни у кого-то Библии нету, но... Просто притормозить надо и дальше считать. Видите, как много пришлось потрудиться.
Ну и дальше левши. И всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши. И все сии бросали из пращей камни в волос, не бросали мимо. Часто предпочтение дается именно правой руке, но нигде нет уничижения левой руки. Правая рука и сторона правая, как бы о муже, а левая – о жене. Андрей Дропот задал вопрос отцу Головину. Мнение Игнатия Тихоновича Лапкина. Этот вопрос задал я, Андрей Другов. Только я не Дропот, а Другов. Это мой псевдоним, а зовут меня Андрей. Ну, так я глухой не расслышал. Наталья, особенно греческие монахи, попробуй скажи о Библии сразу прелесть. Если мусульманин не может принять христианство, боясь смерти телесной, что убьют его свои, так и монахов отправить язычникам проповедовать, тот же страх плотской. А где же слава апостола Павла, для меня смерть приобретение? Михаил, ну, Михаил Писание знает, поэтому так легко оперирует местами Писания. Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Илья, ну уж не знаю, какие греческие монахи боятся Библии. У меня есть опыт общения с таковыми, и они знают Священное Писание, и люди тянутся к ним. Михаил, и дам двум свидетелям моим, они будут пророчить 100 000 дней. И дальше перечисляются места Писания. Христианство, истинное, в отличие от пацифистских сатанинских сект, уничтожить врага, защищая веру, отечество и ближних, христианский долг. Между прочим, сам Христос в свое время санкционирует уничтожение трети населения Земли, смотри Апокалипсис. Вот только так и может понимать эту проблему христианин. Ну, все места Писания. Протоиерей Всеволод Чаплин, ад и либеральчики. И Михаил отвечает. Михаил пишет, вечным законом, да будет учить, учиться всему через примеры, наставления и применения на деле. Без примера ничему не научишься. Яна Москаменски. Война бросила вызов взглядом Спиридона и породила в нем глубочайшее духовное противоречие. Узнав о начале войны, Спиридон Кисляков не может смириться с мыслью, что официальная церковь поддержала массовое человекоубийство. Он проклинает тот день, когда церковь в IV веке завязала роман с государством, запретив отказ от службы в армии под страхом отлучения. Это заигрывание с мирскими властями отравило существование церкви и привело к формированию фальшивого христианства, которая не имеет ничего общего с его основателем. Архимандрит Спиридон, в миру Георгий Степанович Кисляков. Ну, здесь просят помолиться, и такое дело. Рустам Гуру пишет. Как вы думаете, почему чтение Библии пагубно влияет на мою психику? Отвечаю, беснование открытое. Ну, дальше пишет. Пост и молитвы, я это знаю, ну, а все же. Вот от Сергея Масленникова беседует.
Просто прочитайте, о чем пишет. Заходят в алтарь женщины. Не положено это. Рахиль пишет. Правильно, я чтец, имею право заходить. У меня одежда сшитая, но я не захожу. Дальше Роман еще где-то пишет. Это я даю адрес, спрашиваю, где мед выписывать. Россия, Алтайский край. Там мы ездили к нему на урывку. Хороший человек. Вот Рустам спрашивает. Игнатий Тихонович, вы можете видеть будущее человека? Будущее сокрыто у Бога. И далее места Писания. Зародыш мы видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Будущее, даже определенное самим Господом Богом, может меняться в зависимости от человека. Кается ли он, меняет ли свой образ жизни. Ну вот теперь посмотрите. Мне Господь Христос позволил и помог создать детский православный трудовой лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкирского, казненного в 319 году, и быть его начальником 45 лет. Детям нередко писали характеристики с проглядом в будущее. И, как мне известно, не было случая, что пошло по-другому в его жизни. Ну вот ответ. Вчерашний день, еще один дома. Вечером были занятия по скайпу, Сергей Павлович Пупков проводит. Пошел там, где собачек подкармливал, в речном порту, а собак нет. Я говорю, где собаки? Так их отравили. А которая была поменьше, здоровый кобель был. Он говорит, в тенечек залез, а это оказался бетономешалка, машина видна. Я сдала назад и задавила его. Ну и наши ресурсы можно показать. Вот мой мир. Ага. Мой мир, вот как он выглядит. Там есть с голубем я в руках, то не надо заходить даже туда. Там просто дубль делают. И вот это сегодня не пойму. Что тут, как, 46. О, Савелий пишет. Читайте это. Это ваш настороженный слушатель и видитель. Моя жизнь дерьмо полное, пишет он, полно тяготы и неких земных мытарств. Это Савелий пишет. Я совсем не имею желания жить, не хочу. Ну и дальше прочитай. Ну, самоубийца бы отойдут, он его интересует. В ад без покаяна навсегда. Хуже самоубийцы никого нету.
Вот я ему все это выписал. Вот сегодня тоже что-то тут. Москва, семейное положение, женат. Хочу задать вам вопрос. Почему православные молятся Марии, святым за упокой, посчитают мощи? Ну, сразу я тоже спрошу. Ну, почему бритый ты мужчина, мужчина под женщину? Почему женщина тут с сережками? Я не знаю, щелка-то подстрижена нет у нее. Почему? Тут можете ответить, а тут нет. Так принято. Еще я много раз уже объяснял это. Посчитают мощи. Если ты не православный, тебе это и знать не надо. А если православный, ты и спрашивать не будешь. И так понятно. Школа номер один. Что-то тут у него. Чем отличается верующий от неверующего? Вопрос задает. Ну, чем отличается скотина, это человек от скотины? А неверующий – это скотина. 72-й псалом, считайте. Вот если так кто-то ответит, это не знаю, мне с контакта или от кого-то заносят. Человек зазвон. Такой у него дом. Видишь, какой-то кризис. Ну, как кризис, правило, жена ушла или запился, или что-то в таком роде. Так какой кризис? Я этих слов не знаю. И вот он теперь надо приехать и что-то решиться. Ничего не решится, никакое время. И общение мое вам не понравится. Я сразу же скажу, что ты бритый, бритых мы не принимаем. Зачем ты? Ну и все, и кончилось наше уважение. Я вот, вы говорите, вы меня уважаете. Потрясли ваши видео. Ну, считать за то, что есть. Вот еще один. Узнал из ролика на Ютубе. Ответьте, пожалуйста, можем в Чите найти ваши книги, может, в какой-нибудь библиотеке или еще где-нибудь. Во всех городах, которые там есть мои книги. В Чите есть. Сергей и Наталья Кропачёвы. И сзади еще кто-то. Обязательно расстегнутый надо было. Но зачем? Я только одного и желаю, ищу, так как это спасение души, и потому и интересуюсь, где есть православная община, которая может принять к себе на постоянное жительство. Себе кратко. Сергей, 44 года, живу в Перми, крещен в православной вере, жена, дети в основном большие. Уже самый младший, что живет с нами, 8, по профессии электросварщик, водитель, кузнец, но в принципе работаю разную, могу выполнять. Жена, медсестра, физиотерапия. Ну, я не могу отвечать-то, потому что... Не прямая связь, а перекидывает меня администрация. Выходите на меня по моему миру. И там все, я вам отвечу. Вот на этом пока и все. Сегодня у нас день уже четверг. Володя пошел выносить. Там мусор-то, а там в ящиках, не ящики, а эти большие контейнеры стоят. Много выброшено было каких-то журналов. Журналы одни и те же, рекламу взяли. И 4 рамы притащили. Рамы 2 со стеклом. Богатый такой улов был. Что где сидим в городе-то? Ну вот прослушали, что там Сергей Козлов разговаривал с Володей со мною. Вот считаю, что полтора часа и ушло.
Ну, и посмотреть на наши видеоресурсы. И вот наш видеоканал. Выставлены ролики. Все на этом.